Мы посмотрели сюжет, частично уже это обсуждали, поэтому давайте сейчас у нас есть телефонный звонок. Может быть, на эту же тему или нет? 633-9000. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, смелее, смелее. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Вас беспокоит город Волгоград. Меня зовут Екатерина. У нас много детей занимаются художественной гимнастикой. Вопрос именно по художественной гимнастике. Школа Олимпийского резерва. Их много в нашем городе и много детей. И почему-то у нас у всех родителей возникает один и тот же вопрос, почему наши дети на все соревнования, которые проходят в течение года, платят полностью проезд, проживание и питание. То есть школа Олимпийского резерва вообще не помогает никаким образом, ссылаясь на то, что денег нету. Угу. Единственное, оплачивается детям, которые уже стали взрослые, сборники России. Как бы тогда им уже оплачивается. Но до этого нужно дорасти детям. Вот объясните, пожалуйста, это правомочно или как? Спасибо. Знаете, это, конечно, неправомочно. Но вы понимаете, как все происходит. Мы с вами же реалисты, собирают вас, вот не можем выехать, как будто вы это сами проинициировали и заплатили. Никто никаких юридических решений не принимает. Да, недофинансирование. Я сказал, что сегодня из там, 60 миллиардов, которые мы тратим на систему подготовки, на детские школы, в том числе и Волгограда, 90 уже процентов это практически сегодня заработная плата тренеров, преподавателей, аренда спортсооружений и прочее. Практически на выезд, на экипировку нет. Для этого мы приняли специальную программу поддержки школ. Выделяем 1 миллиард рублей из федерального бюджета. В том числе Волгоградская школа, если на Олимпийского резерва. Из Министерства спорта должна получать от 2 до 3 миллионов рублей ежегодно. На то, чтобы с вас денег не брали. С вашей школой я разберусь, и с Волгоградом в частности. Но могу вам сказать, что это во многих школах происходит. Просто надо немножко, чтобы сегодня наше министерство и руководители регионов на это обратили внимание. Надо прекратить эти вещи. А иначе вы в собственном соку варитесь, если ваша школа никуда на соревнования не выезжает, вы на этом уровне и останетесь. Я обязательно и по Волгограду, я в ближайшее время, где-то в середине мая, во второй половине, хочу приехать в Волгоград. И вас найдем, примем, вместе с вами пообщаемся. Хочу всех директоров школ собрать и на эту тему поговорим. Подготовку чемпионата мира обсудим по футболу в Волгограде и эту тему. И к чувашскому сюжету хочу сказать, конечно, это один из лидеров.